Спасибо вам, что нашли время в своем очень плотном графике для этого важного интервью. То, что сейчас происходит на планете, многих людей ставит перед глобальным выбором, как бы выжить. Эти процессы, они как разрушают человечество, так и созидают. Потому что вы часто говорите о том, что духовность, только духовность и духовное развитие спасет этот мир. Давайте поговорим об этом. Так что ждет будущее нашего человечества? Какое оно будущее у людей? Это будет только мое мнение. И как я вижу сейчас ситуацию, происходящую на планете. Да, трудностей есть очень много, но эти трудности необходимы. Необходимы хотя бы для того, чтобы каждый человек задал себе вопрос, кто я, куда я и что со мной дальше. И обстоятельства современного мира очень прекрасно в этом человеку помогают. Да-да, именно помогают, так как человек внутренне очень предрасположен к удовольствиям. И не все люди любят трудиться, работать над собой, созидать этот мир. Большинство людей живет жизнь для того, чтобы ублажать свои удовольствия, зачастую. Но планета терпела это очень долго, очень многие эпохи и века. И сейчас, когда идет квантовый переход на планете, она просто вынуждена каждому человеку задать вопрос, кто ты, а зачем ты здесь, на этой планете, куда ты дальше, что будет с тобою дальше. Поэтому все происходящее является тому подтверждением. А что будет в будущем? Каждому будет будущее своим. Кто-то сможет пережить эти сложности, трудности и будет созидать этот мир, жить дальше, эволюционировать дальше и создавать созидательные процессы на планете, приносить пользу человечеству и всему миру. А кто-то при определенных обстоятельствах должен будет навсегда покинуть эту планету. Планета как раз пришла в то время, когда она будет отпускать из своей территории земной тех людей, те души, которые готовы эволюционировать на другие планеты, в другие миры, более созидательной духовной культуры. Наталья Владимировна, вы как духовный наставник мирового уровня, обучая большие международные группы учеников, учите людей главному – все ваши лучшие качества внутри вас. Вот тот ключик к счастью внутри вас. Человек сам строит свою судьбу. Можно ли сказать, что сейчас, в это планетарное время, судьба каждого отдельного человека напрямую все равно зависит от судьбы планеты, от того, что происходит в планетарном масштабе? И да, и нет. Да, конечно же, все, что происходит сейчас на планете, болезни, прививки, это касается каждого человека. Да, и каждый человек в этом участвует. Но, как бы там ни было, домой каждому никто не приходит, и все-таки каждый делает свой собственный выбор. И я считаю, что если человек созидательный, если он развит, вот развит, то его жизни абсолютно ничего не угрожает. Более того, сейчас мысль настолько воплощена в жизнь, что просто нужно научиться правильно думать. Правильно думать, правильно планировать, правильно мечтать, правильно чувствовать жизнь и соответствовать. Вы вот сказали то, что повторяете очень часто, трудности подталкивают человека к развитию. И еще вы говорите часто о том, что ко мне счастливые не приходят. Как раз становится таким в процессе обучения и полной трансформации себя. Можно ли сказать, что ваши ученики – это защищенные люди? У них есть то, что, к сожалению, не могут иметь люди, которые даже не пытаются понять, зачем духовно развиваться. У многих иллюзорное понимание духовного развития. И сколько бы вы об этом ни говорили в своих эфирах, что это не религия, не секта, все равно есть те, кто в своем узком понимании чего-то боится. Вот этот страх сковывает понимание человека, да? Я могу вам сказать, что я радуюсь тем всем процессам, которые помогают моим ученикам. И если раньше я об этом только говорила, я знала, в принципе, что
все то, что сейчас происходит в жизни, я говорила своим ученикам ранее. Но это были слова. И вот сейчас я вижу, как знания, практики, методики, энергия, возможности, которые они открыли в себе, как им помогает сейчас это новое их состояние пережить все трудности. Я даже сказала бы так, их эти трудности не касаются. То есть они очень легко обходят все эти острые углы. Они устойчивы, они внутри, они счастливы, невзирая ни на что, они счастливы. И вы знаете, я себе очень много раз думаю о том, а если бы весь мир знал все то, что знают мои ученики, как бы жили все хорошо? Какие бы вирусы, инфекции, болезни могли бы им навредить? Это невозможно, это было бы невозможно. Но я понимаю и другое. Эти механизмы только для тех людей, кто действительно способен осознанно видеть жизнь, кто готов трудиться, кто готов созидать этот мир. А далеко не все люди могут созидать этот мир. Именно страхи не дают возможности, им блокируют их сознание и не дают понимания правильно думать, правильно планировать, правильно чувствовать себя. Именно страх. Многие люди живут в очень подавленном состоянии страха. А страх создает процесс разрушения, а особенно в этом квантовом процессе нового измененного мира. Поэтому все то, что происходит, это естественно. Ну так вот. Знаете, из позиции вашей ученицы могу сказать, что вот эта защищенность, она базируется на платформе знаний. Когда ты знаешь, почему так, а почему так. Когда ты, правильно делая свой выбор, знаешь, как будет, если твой выбор ежесекундно только созидательный. Вы часто говорите также о том, Наталья Владимировна, что ваши ученики – это избранные. Знания даются избранным. Это те, кто не по позиции выше кого-то, тут как раз о радости людей идет речь, а они избрали свой путь духовного и личностного восхождения. Это действительно новая раса людей, которая рождается на планете, рождается благодаря вам, духовному наставнику. Многих людей духовное развитие ставит еще в одну позицию иллюзорности, тех, кто впервые с этим встречается. Не будет ли это ограничением? Давайте поговорим об этом, Наталья Владимировна. Где здесь ограничения, а где вселенские возможности? Я не знаю здесь ограничений. Да нет никаких ограничений. А наоборот. Же? Не пить, не курить. Люди-то приходят разные к вам. А зачем же это делать? Есть. Ну да. А зачем же это делать, если ты от этого очень быстренько умрешь? А зачем же это делать? Если ты хочешь жить, но пьешь за здоровье. Как же ж это? Это же ж это безумие мира сего. То есть ты хочешь быть здоровым, выпиваешь то, что тебя убивает, но при этом желаешь быть, остаться здоровым. Ну как это объяснить? Ну это можно только объяснить умом, разумом сумасшедшего человека. Это такое массовое помешательство, по-другому не скажешь. И считать при этом – это нормой. То есть люди считают это нормальным. Выпить за здоровье то, что тебя убьет. Вот. Многие люди просто не хотят задумываться. Им это невыгодно. Почему они ищут удовольствий? Почему? Понимаете, если бы они знали все то, что знают наши ученики, это было бы уже удовольствием. Вот знать, уметь, управлять – это удовольствие жизни, это наслаждение, это возможности, никаких ограничений. Ты можешь все, тебе весь мир принадлежит, нет никаких ограничений. Но когда человеку сложно, нет знаний, нет понимания о жизни, о себе, о мире, людям очень тяжело. Очень серьезное давление внутреннее, психоэмоциональное разрушение. И человек, как многие люди, говорят, а как же я расслаблюсь? Ну, если я не выпью, ну как я расслаблюсь? То есть многие люди просто не умеют собой управлять и своей психикой. Поэтому они хотят выпить только для того, чтобы им стало легче. Они понимают, что пьют то, что, от чего они будут болеть и могут очень быстро умереть. Они это понимают. Но других методов у них нет. Если бы у них были знания, которые есть у наших учеников, они бы этого не делали. Ведь наши ученики не пьют только потому, им же никто не запрещает.
Но они сами этого не делают, понимая, что если ты это будешь делать, то ты не будешь тем, кто ты есть. А если ты не будешь тем, кто ты есть, так у тебя не будет возможностей. Тогда ты не можешь претендовать ни на здоровье, ни на счастье, ни на успех, ни на семейное благополучие. То есть ты вынужден будешь со всеми страдать. Они не хотят страдать. Они приходят ко мне в страданиях, они приходят в трудностях и сложностях жизни, и уже вырвавшись с этого, они готовы на все, только чтобы не страдать. Вот настолько они дорого ценят то, что им открывается. И это открытие лежит внутри каждого из них. Каждый это делает сам для себя. Каждый становится мастером жизни. И это не слова, это реальность. И у каждого есть период до и период сейчас. Это действительно две больших разницы, это, я бы сказала, планетарная разница. И когда ты понимаешь, каким ты был и каким ты есть, путь назад – это твое прошлое, в которое ты уже точно не хочешь вернуться, имея определенное знание. Давайте вернемся к квантовому переходу. Это очень интересный процесс на планете. К нему внимание очень такое скрупулезное. Многих людей, тех, кто интересуется духовным развитием, кто об этом где-то слышал, читает, еще только становится на этот путь. Квантовый переход – это период рождения нового, и это период сильных вымещений. Сейчас очень много людей психически неуравновешенных. Это вина квантового перехода? Это не вина квантового перехода, это вина самих людей, и их вина в том, что они остались неразвитыми. До этого периода времени им надо было бы уже иметь хотя бы немножко расширение сознания, потому что их сознание очень узкое. Более того, их сознание забито программами страха. А за счет сильных волн, которые поступают в процессе квантового перехода, их процессы внутренние усиливаются. То есть квантовый процесс меняет мир, он меняет структуру материи, он меняет человека, даже его физический организм. И этому уже очень много сейчас научных подтверждений. Действительно, внутри человека появляются новые органы, которые будут создавать новые процессы в физической жизни человека. И то, что происходит сейчас, в данный момент, это очень важно, очень нужно и необходимо для того, чтобы каждый человек мог осознанно понимать себя в этом мире. И люди становятся такими, потому что они не заслужили. Они были. Просто сейчас, знаете, каждый проявляется таким, каков он есть. Это как зеркало. Это зеркало. Времени, да? Вот если у тебя внутри агрессивность, зависть, ненависть, тщеславие, высокомерие, гордыня, ненависть, это все усиливается. И, естественно, человек становится сумасшедшим. Он не выдерживает этих низких разрушительных вибраций. Эти вибрации его же самого и разрушают. То есть он погибает сам, и его психика, от его собственного внутреннего состояния. Он сам себе это делает. Сам. Он так думает, он так чувствует неправильно. Мне очень жаль, что все так. Мне хочется зачастую сказать: люди, проснитесь, очнитесь, эй, вы что делаете? Вы зачем такие? Ведь вы же погибнете от этого. Вот хочется им просто из всех точек мира, из космоса кричать и говорить о том, задумайтесь, что вы делаете, зачем? Наталья Владимировна, как ученый, скажите, ведь космос не заинтересован в разрушении. Там все правильно, там все имеет свои законы, которые все воспроизводят в четкости. Почему же на планете вот этот квантовый переход сейчас настолько все перестроен? Глобально идут разрушения. Для одних людей эти разрушения есть созидание, они находят себя, они наконец-то от чего-то отказались, приобрели новые. Для других это просто смерть. Да, да, так и есть. Вы очень правильно говорите, а по-другому никак. Для разрушительных людей это будет смерть, и они не могут дальше быть на этой планете, они не могут ее засорять своей грязной, разрушительной энергией. Тех людей, которые созидательны, которые устремленные, так вы посмотрите, сколько людей сейчас с открытыми экстрасенсорными способностями. То есть люди,
они начали чувствовать внутри себя новое состояние. Они стали чувствительны, они видят мысли других людей. У них даже общение друг с другом становится другим. То есть они понимают, что, видя друг друга мысли, ну уже надо быть правдивым, как минимум. Честным, правдивым, внутренне созидательным. Ведь каждый же знает, что таким нужно быть. Поэтому новая позиция жизни, новая эпоха, новое состояние для созидательных людей – это взлет. Это взлет во всех аспектах жизни. И в технических, технологических, и в внутренне-физиологических, и новые возможности, сверхспособности. Я говорила 10 лет назад о том, что будет сейчас. И вот сейчас мы уже с вами проживаем то, о чем я говорила. И теперь я хочу сказать о том, что будет через 10-20 лет. Телефоны будут не нужны. Это будут люди со сверхспособностями. И им не нужны будут телефоны. Но здесь есть очень серьезная опасность в том, что таких может быть мало. И космос сейчас всячески старается поспособствовать, протянуть это время квантового перехода, дабы дать возможность многим людям перейти на новый уровень жизни. Космос в переводе «порядок». Там порядок, но космос, он отражателен, он как зеркало. Он отражает то, что есть внутри каждого человека. И каждый, в принципе, сам решает свою судьбу. Если ты разрушителен, ты погибнешь. И сейчас очень быстро. И есть очень много тому методов. Если ты созидательный, ты будешь жить дальше, ты будешь процветать, и будет процветать все вокруг тебя. Выбор. Каждый делает свой, может быть, последний выбор. Выбор человек делает ежесекундно. Многие к вам обращаются, проходя отбор на ученичество, с целью «хочу открыть экстрасенсорные способности». Все думают, что это очень сладко. Это на самом деле интересный этап жизни, когда включается ясночувствование, интуиция, говорю о себе, первые этапы экстрасенсорики. Речь о другом, как человеку не попасть в ловушку астрала, чтобы видеть и чувствовать то, что есть истинная информация. А много таких к вам приходят, которые уже пробовали оттуда информацию, и это их разрушило. Да, это так и есть, очень много таких людей. Что я вам могу сказать? Люди думают, что иметь экстрасенсорные способности – это хорошо, хотя бы потому, что ты будешь все про всех знать. Вам с этим легко? Мне с этим легко, но этим нужно уметь управлять. И нужно людей так любить, нужно любить людей так, как люблю их я. Вот тогда это будет легко. Если нет этой любви, эти способности они разрушат, они уничтожат самого человека. Потому что видеть-то, что приходится видеть? Люди несовершенны. И зачастую ты видишь их страдания, горе, их печаль, их внутреннее разрушение. И если ты такой же, как то, что ты видишь, ты входишь в резонанс с этими низкими вибрациями, и оно тебя сожрет. Оно тебя разрушит. Оно тебя же уничтожит. Это называется астральный план. И многие люди, находясь именно в таком низком астральном состоянии, хотят этих способностей. А этого не нужно хотеть. Они и так, эти способности у многих раскрываются за счет излучений, которые человек в данный момент приобретает ежемгновенно, ежесекундно. Ты и так становишься экстрасенсом. Сейчас нужно думать не об этом, а о том, как бы соответствовать высоким вибрациям, дабы считывать информацию с высшего источника, а не с источника астрального плана. Вот в чем опасность. Овладеть этим состоянием может только духовно развитый человек. Что значит духовно развитый человек? Энергетически развитый человек. Человек, являющийся носителем высоких вибраций. И ведь если у тебя есть эти высокие вибрации, ты автоматически входишь в резонанс с высокими вибрациями. Откуда и получаешь энергию, информацию, состояние, понимание. Это и есть развитие. Именно поэтому в Центре развития личности, руководителем которого вы являетесь, вы учеников готовите поэтапно к раскрытию этих способностей. То есть у всех они есть, но это у всех раскрывается индивидуально в определенное время, когда человек к этому готов, правильно? Да, конечно, да. И мне хочется спросить, а как это было у вас? Ну, это действительно было поэтапно. Это было поэтапно. Каждая ступень выше – это выше вибрации, это новые знания, это больше ответственности за то, что ты знаешь,
А когда ты соответствуешь и входишь в резонанс чистой энергии, тебе открывают. Когда у человека происходят эти первые открытия его самого, первое, что человек чувствует, ух ты, неужели это я вижу? Это я увидела или это я придумала? А как понять, я увидела или придумала? Потом проходит время, и человек понимает, нет, это он таки увидел, потому что то, что он увидел, пришло в жизнь. Такие первые этапы. На самом деле, друзья мои, сейчас все становятся экстрасенсами, но в этом тоже существует определенная опасность. Опасность в том, что опять-таки человечество не готово, а время пришло, и время не ждет. И новая единица измерения жизни, время, сейчас воочию каждым ощутимо. Мы начали с того вопроса, который есть важным для многих людей. Каково же будущее? И завершить сегодняшнее интервью хочу тоже похожим вопросом. Стоит ли переживать о завтрашнем? Так много людей не умеют правильно концентрировать свою энергию. Они живут прошлым, вспоминая, оно их тянет в какое-то иллюзорное будущее. А было, а как будет? Люди не умеют жить в моменте здесь и сейчас. У вас на это много построено механизмов, практик, много знаний о том, как жить здесь и сейчас, почему этот момент важен. Ваши рекомендации как духовного наставника, как ученого. Нас сейчас смотрят люди с разных стран мира. И те, кто у вас еще не занимаются в Центре развития личности, те, кто уже есть учениками, как не переживать о завтрашнем дне? Как жить в сегодняшнем, если всего столько на планете, что ты не успеваешь за тем процессом, что происходит? Я могу сказать вот что. Сейчас нужно думать только о том, насколько ты соответствуешь всему тому, чего ты хочешь. Вот если ты соответствуешь, если ты внутренне, вот люди многие хотят богатства, прекрасно, это прекрасно. Но почему так немногие это имеют, не соответствуют? Вот, наверное, это главная причина, в которой нужно разобраться. Момент сейчас – это очень важный и нужный момент для правильного понимания жизни. Но этого мало. Я очень много наблюдаю за определенными разными духовными процессами развития и могу сказать еще вот что. Помимо момента сейчас и ощущения этого момента, нужно еще иметь сакральные методики, методики по управлению реальностью. Вот этому нужно и учиться. Ну а человечество, мир, в котором мы живем, ждут очень серьезные изменения за очень короткий промежуток времени. Мир очень изменится. Да, он уже изменился, но эти изменения будут видны с каждым годом жизни. И для каждого человека эти изменения будут своими. Каждый будет иметь именно то, на что он заслуживает. Поэтому хочется пожелать планете заслужить на самое дорогое и прекрасное и приобрести в этой жизни именно здесь, именно сейчас.